Всем привет! Меня зовут Женя, и вы вновь смотрите передачу «Я эксперт». Сегодня мы в гостях в Pinocchio Art School. Меня уже переодели в художнический облик, потому что сегодня Маша Тихонова поможет нам учиться рисовать. Я ни разу не держал кисточки в руках, и у меня получилось вот так. Надеюсь, что, посмотрев этот выпуск нашей передачи, вы тоже в домашних условиях сможете нарисовать что-нибудь похожее. Сегодня мы в Pinocchio Art School, где Маша Тихонова будет экспертом по рисованию и будет учить меня, человека, который ни разу не держал кисточки в руках, как рисовать. И мне пообещали, что, может быть, даже получится шедевр. Обязательно. Итак, привет, Маша. Привет, Женя. Здравствуйте, уважаемые зрители. Добро пожаловать в Pinocchio Art School. Я Маша Тихонова. Сегодня с огромным удовольствием буду учить нашего ведущего Евгения, как нарисовать не просто картинку, а действительно настоящий шедевр.